Давайте, накидайте. Всем привет, здравствуйте. Я прямиком с Митерма. Митерма начал хорошо, если вам будет интересно. Я вот сегодня выступлю с двумя стихотворениями. Одно моего сочинения, но оно будет потом. А другое не моего сочинения, но оно... Данное стихотворение великое. Дело в том, что сегодняшняя наша тематика — это «Маленький принц». «Маленький принц» — это что? Это космос, планеты, неизведанное. И, как многие из вас знают, ближайший вторник будет один из самых главных, великих праздников для всего человечества. Это День космонавтики, 12 апреля. День, когда 60 лет назад один великий человек, Юрий Гагарин, полетел в космос. 62 года назад для всего человечества открылось что-то неизведанное. И 62 года назад, когда Земля поклонилась человеку. Это поэма Алжаса Сулейменова «Земля поклонилась человеку». Но не полностью, потому что мы тут час, наверное, сидеть не будем, а лишь отрывок из третьей части, адресованной жене Юрия Гагарина, Валентине Гагариной. Я люблю тебя, жизнь, за весну и за страх и за ярость. Я люблю тебя, жизнь, и за крупное, и за малость, за свободу движений, за скованность и за риск. Я люблю тебя, жизнь, за соленость каспийских брызг. Человек состоит из белков и какой-то души. И белки нас подводят, и души порой подводят. Мы бываем тогда по-серьезному хороши, когда мы остаемся на целой планете вдвое. Я люблю тебя, жизнь, за сладость и верность разлук. Я люблю тебя, жизнь, за женственность валенных рук. Я люблю тебя, жизнь, за грубую ласку ребят. Я рискую тобой от имени наших солдат. Все влюбленные вали извечно на звезды глядят. И мы тоже. Странно, все звезды как будто летят. Жены летчиков вали не спрашивают, когда. Сколько летчиков валя почувствуют в небе взгляд. И качнув плоскостями, по адресу передадут. Много в небе апрельском путей, но лишь гагаринский груд. Так холмистой степи вдруг взмывает гранитный пик. И орел, не достигнув, опишет почетный круг. Да, любовь. Он любим, он уверен, спокоен. За него чье-то сердце болит. Отбирали сурово, любим, достоин. Про Валю расспрашивал замполит. Матерью степь мы называем. Девушкой мы скакуна называем. Мы все, что дорого, величаем твоим именем. Женщина. Родина женщина, история женщина. Честь, отвага, поэзия женщина. Художник свободу рисует женщиной. Трава, лужайка, погода, женщина. Небо наполовину женственно. Даже мужественность моя. Может быть, поэтому женщины у мужских изголовьев стоят. Даже грусть и метель – женщина. Слава, смерть и тревога – женщина. Я люблю тебя, жизнь, беспокойная жизнь, потому что ты верная женщина. В целом советую прочитать полностью эту поэму. Да, это, не знаю, День космонавтики – особенный день для меня и, надеюсь, для вас всех. А второе стихотворение непосредственно связано с...